О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж... Однажды я с друзьями решили отдохнуть в Европе. Сначала мы полетели в Париж, потом в Барселону, очень классно потусили. И потом только я и мой креативный продюсер Маша должны были полететь на Мальту делать американскую визу. И если честно, мою жизнь реально можно разделить на до и после. Мне пришлось переехать на Мальту. Сейчас я вынуждена сделать небольшое отступление, чтобы вы не задавали вопросы: «Господи, а что с ней произошло?» Случилось очень много проблем, и когда у меня совсем не стало сил, утешение я нашла в тусовках. Это последнее дело, ребят, честно вам скажу. Я в этом убедилась. Я это презирала, но сама оказалась в этой тонущей лодке. Просто запомните раз и навсегда. Проблемы нам даны для того, чтобы мы становились сильнее и умнее. Они закапывали себя еще больше в глубокую яму. Подробнее об этой всей истории вы можете посмотреть вот в этом видео. На момент съемок этого влога мое пребывание на Мальте уже достигло до 2 месяцев. Это был август, и мои друзья соизволили наконец-то ко мне приехать. Ребят, предупреждаю, это видео строго 18+. Алкоголь – это вредно. Ну, медикация тоже, кстати, нехорошо. На самом деле, хочу просто предупредить. Я ушла в отрыв. Ребята! Господи, я только что накрасилась, но вы не представляете, я сегодня заснула с макияжем, потому что вчера... О май гад, вчера я видела Джи-Изи. И Джейсон Дерло. Окей. Я хочу сказать, что... Боже мой, моя жизнь прекрасна, и я не должна. Не должна. Я не должна. Не должна. Я не должна обижаться на эту жизнь. Не должна жаловаться на эту жизнь, потому что все хорошо. И... Сука! Похуй вообще на все, честно! На будущее. Вот это была ошибка. Who's gonna play now? Who's singer now? Rapper now? Jason Derulo. Jason Derulo. Это amazing. Собственно, чего я здесь сижу? В данный период времени я буду делать кое-что очень важное. Я буду делать плакат для Макса Немцева. Буду встречать с Машей, с Заком. Мы сейчас поедем встречать. Говно какое-то в глазу было, господи, боже мой. Поедем встречать Макса Немцева! Есть любимый сад, будем пить пиво! У меня вопрос только один, что с моими кроссовками? Что, где я вчера ходила? Ребята! Я бегу! Бегу с огорода домой! So innocent now, but you lied so... Ну, я думаю, что он просто оборжется. Я надеюсь на это, честно. Я похож на шутку? Поехали, девочки. Вот она, я держи, не могу, держи, Немцева. Пожалуйста, молю тебя. А можно я чуть-чуть, да, попью? Да, конечно, тебе можно все. Мне можно все. Отпускай,
team house in Malta! Вот он, ребят. Вот он. Purple door. Итак, экскурсия. Я не понимаю, room tour. У нас получается room tour. House tour. This is... Какое-то дизайнерское решение. Дизайнерское. Kitchen terrace. Господи, они так прекрасно разговаривают. Это моя room. Это моя room. Твоя room. Твоя room. Твоя room. For these weekends. Yes. Kitchen. But so dirty. So dirty. Fucking bridge. Yeah. Oh no. Yes. It's tralik. Окей. This is влажная салфетка в этом сральнике. Вы не покупаете влажную салфетку в сральник? Боже, нет. Ой, какие вы мерзкие. Это твоя комната номер 2. What is this? What? Remove. Может, блядь, fucking turn. Fucking turn. Turn the key, fuck you. Смотри, тут грязно, потому что был... What the... It's amazing, it's... It's amazing. Это красиво ебануться! Это вы просто привыкли, у вас глаз притерся, а у меня все по-новому. So. Комната номер 1. Здесь живет сейчас Маша. Раньше Зола, смотри. What the fuck? Смотри, что она оставила для нас. Вот, например, вот это number 1. Не понимаю, как это случилось. Ты вернула эту фиолетовую штуку на место, розовую? Да. О, это мой любимый дворик, да? Да. Да. Также дворик. Дворик. Мой любимый. Ребят, если что, похмелье — это ад. From rocks, not sand. It's near. No. Ребята, короче, мы здесь. И мы только что поплавали, мы очень классно проводим время, прям пипец какой классный вайб, давно такого не было. Все потому, что, наверное, приехал... Макс. Окей. Ребят, просто посмотрите. Ребят, нам 5 лет. Не 5. Люблю больших. Люблю попастых. Чё они там делают, у меня вопрос. Вот что он делает? Вот что он там делает, у меня вопрос. Вот что это такое? Ребят. Ракурс мой, кстати. No. Короче, мы наплавались. Эта тетка захотела себе такие же очки, как у меня. Вот эти вот очки. Но он нашел только вот такие желтые. My mood always... Я на полном серьезе сейчас приехала в магазин с ребятами, и я ищу ингредиенты для оливье. Сегодня я хочу приготовить национальное блюдо. Интересно, им понравится или нет. Ребят, на полном серьезе на Мальте имеется русская продукция. Вы вообще понимаете, что происходит? Ну, тут по-русски написано сосиски, сули-гули. Ребята, это мой любимый майонез. Господи, он такой... Боже, шпроты, господи. Огурцы маринованные. Когда 2 месяца живешь на Мальте и увидел русские продукты. Работай давай. Принглс, my favorite. Я вот тот дяденька на фоне. Ну, короче, XO Team, конечно же. Пошёл, бро. So hot. Ребята, они все едят салат. Они мне. Вы когда-нибудь видели, чтобы 2 мальтийца, 1 американец, 2 американца жрали, блядь, оливье все вместе? Если он просто кайфует на спине, типа.
У меня трясутся руки, потому что настолько, что сбила машина на скутере. Как сказать «сбила машина» по-английски? People crash. Ребята, у меня трясется челюсть немножечко. Зак, we have a question. Макс! Меня машина сбила! Мама, давай ГИБДД, меня машина убила! Макс, меня сбила машина! Машина меня раздавила, фура! Меня сбила машина, Макс! Меня реально сбила машина! Бро, у нас машина Бро, сбила. Давай отмечать, мы пиво купили, корону! Yes! Yes! Фена приехала. Вот это да. Вот это доставочка. Вот это. Ничего себе. Я так буду ждать, пока вы просёте. А сколько по оплате, да? Что, не принесла трубочку? Настя, ты выглядишь как домовёнок Кузя. И что? И что ты сделала? Разобрала ручку. Да. Подумаешь. Мы приехали на мой любимый пляж, но если что, я вам клянусь, я сейчас и все люди, которые здесь находятся, они сейчас в солярии. Это просто жесть. Ну что, девочки, пляжный курорт, собственно, как ее там это? Ну, вот этот замечательный курорт. Геленджик. Туапсе, 2020. Ребята, все включено, ничего не выключено. Пять берез. Горячая, соленая. Турчелла, быстро покупаем. Спасибо. Очко. Подрочи. Yes. Иди подрочи. Мудила. First part. Иди. Иди. Подрочи. 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 Иди подрочи. Мудила. Иди подрочи. 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 Yes. Подрочи. Yes. Подрочи. Yes. Иди подрочи. Иди подрочи. Мудила. Again. Yes. Иди подрочи. Я говорю это на фоне. On the back it says what? Подрочи мудила. Иди подрочи мудила. Иди подрочи мудила. Yes. Yes. Так, как бы пост дал, пост принял. Теперь я пишу плакат для встречи в аэропорту Джазбоги. Так. Хвала небесам. Он приехал. Он приехал. Я носки вот эти милые. Ничего не меняется в этой жизни. Просто посмотрите на него. Ребят, мы ждали его 2 месяца. Два ровно месяца. Мы приехали на Мальту 20 июня. Сейчас 20-е. 20-е. Августа. Thank God. Мы бежим, потому что он пошел не туда. Ну что? Он дома! Он с нами! Он теперь тут! Хуйня музыка! Ребята, оцениваем этот лук. Аутфит по 10-бальной шкале, пожалуйста. Вот это. Вот это. Ой, наше такси. Наверное, это мой рай. Искать его. Why?
wondering what you got for me. Egyptian curtains out to be a lady only. I'm wondering what you got for me. Egyptian curtains out to be a lady only. Бля, ребят. Ну, типа, если бы Настя под Барби была. Настя Барби. Уман. Это Джос Богом дан. Просто напоминаю. Модель вообще. Господи, мужчина в топике, друзья. На ваших глазах мужчина в топике. И так он лег, и сяк он лег. Боже мой, блядь, что он еще придумает? Бля, водичку потрогал, водичку. Вот и второй подключился к этой прекрасной секте фотошута на fucking balls. Реально. Let's go, рыбаки! Let's go. Что, вот? А, окей. О! Чё, плаваете? Чё, плаваете, блядь? Чё, рыбаки? Что ли? Теперь он фоткается сам. Он любит себя. Теперь он любит эту жизнь. Это поза того, что я существую в этом моменте. А тут... Я с вами. Джаз Богом дан! Я ору с этой компанией. Душно стало как-то, жарко слишком, хоть это, на улице вышло, фух. Все еще имеются вопросы, все еще, но... Я не знаю, как это назвать, надувная хрень на воде. Шоу начинается! Little brother George. This is Mummy Pig. And this is Daddy Pig.
Короче, мы проголодались и пошли в магазин и купили с Боги хлеб. Просто хлеб. Просто хлеб. Захотелось хлеба. Just bread. Just bread. Just bread. Покажи свою, покажи. Вот она, вот она. А я. Знаете вообще, что это значит? Расскажи, что... Это в смысле, ну... Не, Настя, в твоем случае, это... сексуально. Видишь это? Красиво. Невероятная новость! В данный момент присутствуют невероятные люди. Люди, компания. В невероятном месте. На невероятной точке на карте. Всем пизда! Всем пизда! Мужчин, мужчин. Ребята, как снимаются тиктоки на общий аккаунт? Это не на общий. В данный момент мы все в очко. Прекрасный пьяный блог продолжается. Я нахожусь в данный момент... Ехать до тусовки типа час. Мы едем в другой город. Я нахожусь в команде прекрасной, которая называется XO-Team. И эти чуваки, вот эти вот два приехали наконец-то. Боже мой, не Вода, не Моля and Коля. Yes. А этот? Что? Что? А вот уезжает. Этот уезжает. Но я советую проебать самолет. Я советую замолчать. О, shit. Here we go again. Короче, 6 утра. Я стою на балконе. Боже мой. Честно. Вот моя сестра нашла свою любовь только в 27. И при этом она обычный человек. Не инфлюенсер, который творит каждый день всякую всячину. Которую вся жизнь на показ. Да, на самом деле это так... странно. Я не могу. Сука, сука, грустно. Очень грустно. Что с тобой не так, Зай? Отправляется снимать невероятный контент. Невероятный контент. Я всех ребят постоянно задалбливаю пойти купить мороженого, потому что мне очень нравится мороженое, лимонное мороженое. Сейчас мы идем в мое любимое место покупать лимонное мороженое. Они на меня орут, они вот там вот сзади. Они орут и говорят, когда? Когда мы уже придем? А! Дочь, ты довольна? Да. Моя сидит, ест. Ребят, только любовь может сотворить. Аж волосы в глаза попали. Ребят, это просто полный трэш. Вы понимаете, что все из
нас снимают. И вот этот чел просто в шоке. Ребята, ситуация сос. Потому что, короче, я проснулась вот так вот, открыла глаза от сообщения Стёпа в общем чате, что у Ники миллион на Ютубе, ребят. Убежала быстренько за чем-то сладким, вот, купила единичку. И хочу ее поздравить. Я думаю, вообще... С миллионом тебя! Второй раз. Почему ты мне Жигу не принес? О, все. Я шел. Шел, молодец. Давайте заново. С одним миллионом тебя! С одним миллионом тебя! Господи боже, что с тобой? Ребят. Что тебе надо от меня? Внимание! Это херово, не работающие часы. О боже. У нас ночь, да. У нас точно мы уверим торт Орео. Есть вопросы какие-то? К этой жизни нет вопросов. Конечно же. Нет. Что? Вот это, вот это, вот это. Ой. Чина. First one. Чина. Открывашкин в деле. Открывашкин в деле. Ребят, если вы популярный блогер, на Мальте и открываете пиво рядом с мусоркой, то ничего страшного. Ждите, что вас найдут фанаты. Бесплатный пляж. Встречаем Богдана в аэропорту. Да вообще как, ну, а как вообще возможно? Ребят, это картина, о которой я мечтала целый сегодняшний день. Алло, ты? Пробуем. Пробуем. Тесть. Ложечка типа сбавь. Ага. Мы такие культурные, боже мой. Культурные. Yes, no cheese, bro. Научись. Он говорит, пожалуйста, попробуй вкус этой пасты без сыра. Это паста нет с чизом, блядь. Никак. Это, блядь, seafood паста. Да пух вообще, я люблю чиз. Люблю чиз. What они say? Hi guys, welcome to my channel. Today... Important day. Today important day. Because we are working with... We will. Because... Короче, рассказываю. В этот день происходило открытие первого магазина Дольче & Габбана на Мальте. Тут я летящей походкой иду выбирать себе платьице от Дольче & Габбана, потому что мы все должны быть в Дольче & Габбана на этом мероприятии. Тут Богдану подобрали спортивный костюм, мне подобрали платьице черненькое коктейльное. А это мы уже приехали в отель делать себе причёсочку, макияж, фотки, видео с вещами от Дольче & Габбана. И вот этот вот халат леопардовый, он меня просто покорил кусок. Господи, вы бы знали, сколько он стоит. На открытие нас пригласили как инфлюенсеров, и мы очень ответственно подошли к этому делу. Хотели, чтобы мы были там самыми красивыми. Беги, давай. На ужине были представлены очень дорогие ювелирные изделия, которые нам разрешили надеть на себя. Смотри,
Что-то нолик приписали, нолик какой-то. Look like cash. That's what it looks like. Cash flow. Cash. Reset. Короче, ходила я, восхищалась дорогими вещами и мечтала о том, что когда-то я себе тоже смогу это позволить. Мальтийцы обожают выпендриваться, желательно, чтобы каждая вещь в их гардеробе напоминала всем о том, что неимоверно богат. Кстати, например, как вот этот вот замечательный леопардовый мой любимый халатик. Ну и сделав определенные выводы, я пошла кушать, а вот ужин был изумительно вкусным. Нам дали билеты на показ Дольче & Габбана в Милане на Fashion Week, на который, к сожалению, я не смогла приехать, потому что у меня не было шенгена. Вы не представляете, как мне обидно. После этого мероприятия мы поехали последний раз тусануть. И через несколько часов я буду в аэропорту. Вы не представляете, вы не знаете, вы не представляете, насколько это для меня важно, серьезно в данный момент. Что я чувствую в данный момент, вы не представляете. Моя жизнь кардинально поменялась. Я полностью поменялась. Я стала другим человеком. На Мальте. Этот влог подошел к концу. Ребят, я вас люблю. Спасибо, что вы всегда со мной. Спасибо за вашу поддержку. Вы не представляете, как я сильно благодарна вам за комментарии под последним видео, где я рассказываю, что случилось этим летом. Если бы не вы, не было бы ничего, ребят. Я буду продолжать делать для вас контент, жить эту жизнь. Я живу эту жизнь для вас. Это правда, это чистая правда. Я вас люблю. Говорят, в жизни каждого человека должен быть момент настоящей молодости. Так вот, он у меня случился на Мальте. Поэтому спасибо, это было очень поучительно. Но я возвращаюсь домой. Встречай, Москва! А потом у меня началась настоящая депрессия. Впервые в жизни. Но об этом в следующем видео.